Рождество – один из главных православных праздников. В этот день заканчивается пост и начинаются святки – время от Рождества до Крещения. После традиционной ночной церковной службы днем 7 января начнется шествие Христославов. В этом году дети и взрослые пройдут с рождественскими звездами от храма Святого Пантелеймона до храма Царственных Страстотерпцев. Новый год мы все знаем примерно, как праздновать. А Рождество не знаем. И уже вроде устали от тех шумных праздников новогодних. А вот как встретить Рождество, чтобы оно запомнилось, чтобы оно отличалось от других праздников в году, вот как раз вот эти все мероприятия помогут вам ощутить этот праздник, ощутить его особенно. В четвертый раз в Сарове пройдет фестиваль домашних вертепов «Ясельки». Участники могут попробовать себя в прикладном творчестве и своими руками сделать декоративные вертепы с изображением событий Рождества с помощью объемных фигур. Второе направление – игровые домашние вертепы. Здесь разнообразие жанров ничем не ограничено. То есть это могут быть и кукольные, и драматические, и музыкальные, и мультфильмы, и компьютерные, что-нибудь, даже вот, что я не могу вообразить, а вот кто-то из участников вдруг что-то придумает, любая форма. Кроме участников-любителей, на фестивале выступят профессиональные театры. На этот раз в наш город приедут 4 московских коллектива, члены Международной ассоциации «Бродячие кукольники». Участники фестиваля выступят 11 января, а 12, 13 и 14 января на сцену выйдут гости. Это театр «Три лика», театр «Пилигрим» и 2 коллектива, которые саровчане уже видели, театр «Шутик» и театр «Ученый медведь». Выступать они будут на площадках, в том числе в Дивеево, а здесь у нас в Сарове на нашей площадке «Православное творческое объединение «Мир». И на площадке художественной галереи. Афишу рождественских событий и положение о фестивале домашних вертепов «Ясельки» можно найти на сайте «Православный Саров» и в группе ВКонтакте. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.